Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором всегда можете найти свежие видео по танкам, а главное, интересную и полезную информацию, ну а порой даже выгодную, потому что можно заиметь себе какую-то халявку. Хотите себе DW2 абсолютно бесплатно? Да, его можно сейчас забрать абсолютно спокойно, единственное, что эта функция доступна тем ребятам, кто зарегистрирован в Steam. Если вы в Steam еще не зарегистрированы, то установите себе Steam, зарегистрируйтесь, ну и, соответственно, получите свой бесплатный танк. Как это сделать? И что такое DW2? DW2 это тяжелый танк 4 уровня, который обладает плюс-минус неплохой играбельностью в своем песочном уровне. Ну и в отношении того, что можно получить за него в виде голды, то 100 золотых монет. Да, это немного, но это танк в коллекцию или дополнительная соточка в кошелек. Как машину забрать и на что стоит обратить внимание? Для того, чтобы забрать себе данный танк, как я уже сказал, необходимо установить такую вещь, как Steam. Выглядит это таким образом, найти можете абсолютно спокойно через поисковик, устанавливаете, логинитесь. Если вы не пользовались еще Steam, то, соответственно, придумываете себе логин, пароль, подвязываете электронную почту, и после этого вам необходимо установить себе через Steam игру World of Tanks Blitz. Ну и, соответственно, когда вы это сделаете, заходите в раздел «Библиотека», выбираете «Танки», и здесь у нас, ребят, как видите, вот этот наборчик светится, как к нему попасть и что еще можно оттуда забрать бесплатно. Нажимаете «Доп. Контент», в «Доп. Контенте» нажимаете «Все продукты». Ну и когда открываете все продукты, видите, что здесь есть предложение за реальные деньги и есть вот такие вот бесплатные наборчики. Стоит отметить, что здесь они появляются периодически, это не реклама Steam, я не сотрудничаю с компанией Steam, ну и, соответственно, просто делюсь информацией, где и что бесплатно можно получить. Допустим, до сих пор можно абсолютно спокойно получить себе того же самого Т-14. Бери, не хочу, просто зайди и обналичь данный сертификат. Так вот, ребят, по поводу нашего набора, выглядит он следующим образом. В этом наборе, как вы видите, есть сам танчик, ну и, соответственно, к нему еще положили всякого рода вкусняшки. Ну, соответственно, слот в ангаре, 9 слотов оборудования открытых, эпический камо и 3 дня премаккаунта. И вот здесь стоит обратить внимание, что если данная машина у вас есть, то вы получите компенсацию серебром, всего лишь 50 тысяч кредитов, как вы видите. Поэтому стоит сначала установить себе Steam, зайти через Steam в игру, нажав на соответствующую кнопку. Вот здесь, вот видите, у меня есть закрыть, а у вас будет играть. Потому что у меня Steam на данный момент уже запустил танки, и через него я как раз показывал вам свой ангар. Запускаете игру, заходите в нее. Когда вы в игру заходите, здесь, в игре в самой, продаете данную машину. Закрываете полностью игровой, закрываете игру, которая была запущена через Steam. Возвращаетесь назад в Steam, обналичиваете себе данный сертификат, то бишь забираете себе бесплатно, вот здесь нажимаете «Загрузить», ну и после того, как вы нажали кнопку «Загрузить», заново запускаете игру через Steam, и тогда у вас данный сертификатик обналичится, и на ваш игровой аккаунт, соответственно, будет начислена данная машина. Надеюсь, я был вам полезен, а еще огромное спасибо одному из зрителей, который написал мне о том, что данное предложение в Steam появилось. Я в последнее время не часто заглядываю в Steam, но если вдруг где-то слышу какую-то полезную информацию, обязательно ее озвучу во всеуслышание. Хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на оба моих канала. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.